она сделала рентген, все были клинические, но видно, к нему ушло. И не надо на все с этими снимками. Блять, пидорас! Машина марки Hyundai Solaris двигалась по дороге со стороны села Скородного в направлении поселка Яковлево. Из-за непогоды автомобиль вынесло на встречную полосу, после чего он лоб в лоб столкнулся с проезжающим рейсовым автобусом. Помимо водителя, в иномарке находились двое пассажиров. 48-летний мужчина и 74-летняя женщина погибли на месте еще до приезда скорой помощи. Thank you.